Всем привет, дорогие друзья! Приехали с дачи и обнаружили, что он лапками шевелит у ребенка на ноге клеща. Сейчас вот смотрите, видите, какое уже воспаление вокруг укуса. И уже даже сверху синяк вот на камере видно, небольшой. То есть вот она такая гадость мерзопакостная. Вот, несет кучу всяких болезней. Сейчас будем эту бяку вытаскивать, потом будем измерять температуру 21 день и наблюдать. Сейчас попробую его аккуратненько достать и показать, насколько он большой. То есть клещ достаточно большой. Померяем, линейку возьмем, померяем, покажем вам. Вот мы клеща этого вытащили. Смотрите, он лежит рядом с линейкой. Он где-то в районе 4 миллиметров. Достаточно такой большой клещ, шевелится, заторможенный, лежит на антисептике. Нос у него, видите, вот хобот длинный впереди, он у него цел, в теле ничего не осталось. Будьте здоровы, ходите в лес аккуратно. Всем удачи и здоровья. Пока-пока.